Власти американского штата Огайо, где накануне с рельсов сошел поезд с опасными веществами, объявили об эвакуации в регионе. До устранения последствий также вводится режим чрезвычайного положения. Покинуть дома нужно жителям небольшой деревни, близ которой и произошло крушение. Напомню, ранее в американском штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда, перевозившего винилхлорид. Сразу после начался сильный пожар. Железнодорожные пути были заблокированы. Отмечается, что продукты горения вещества опасны для окружающей среды.